Друзья, приветствую вас на канале Каменный Успех. Дома из камня. Сейчас покажу еще один процесс, как нужно работать с тележкой. Мне надо высыпать землю наружу. Многие не знают. Многие новички попадают, и уже не только новички, а и уже люди, которые проработали. И за счет того, что кто-то попадает, я за счет вот этого снимаю эти видео. Мне надо высыпать землю наружу. Если я ее, скажем, вот так сделаю, она покотится на меня. Для того, чтобы правильно высыпать, я должен подставить ногу под колесо. Смотрите, как это делаю я. Я догоняю до верха. Допустим, я вот здесь хочу остановиться. Все, ногу подставил. Я могу высыпать свободно. Но если я ногу не подставляю, а пытаюсь поднять, колесо хочется обратно. И за счет вот таких уголков я получаю по надкоснице. Вот вам урок. Все. Мастера. И не только мастера. Стройте из камня. Мастера, учитесь зарабатывать на камне.